подготовит к ЕГЭ за 10 часов. В Центре оценки качества стартовал проект преподавателей и в ГУ выпускникам. На базе центра организованы курсы вебинаров для того, чтобы подготовить учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации. Интерес есть к этим проекту. Звонили, особенно у нас обучающиеся из отдаленных сельских школ, для них это единственная возможность, находясь у себя в школе, послушать преподавателей университета. Пока курсы читают по 4 предметам – математика, русский язык, обществознание и история. Каждое занятие длится академический час. Сначала вместе с преподавателем ребята разбирают материал, потом решают задачи и задают вопросы. Упор сделали на основные экзамены – русский язык и математику. По каждому из этих предметов проведут около 10 занятий. Ну, когда мы думали о том, как отбирать материал для этих курсов, мы решили выбрать наиболее сложные темы, которые присутствуют в едином государственном экзамене. Ну вот одна из таких тем касается одной из последних 18 задач в материалах единого государственного экзамена. Это задача с параметрами. Она, как правило, вызывает затруднения у школьников, и очень небольшой процент школьников, выполняя работу единого государственного экзамена, к ней вообще приступает. Помимо практических навыков, школьников учат правильно распределять время на экзамене, а также оценивать свои силы, за что можно браться сразу, а за что не стоит. К онлайн-лекции могут подключиться одновременно порядка 100 школьников. Участие бесплатное. А для того, чтобы зарегистрироваться на портале дистанционного обучения школьников Ивановской области, нужно в любом браузере в адресной строке набрать portal.coco.ru. После этого в верхней строке выбрать вход. Если вы в первый раз на этом сайте, то вы должны создать учетную запись. После несложной процедуры регистрации школьники могут свободно принимать участие в вебинарах. Те материалы, что пропустили, можно посмотреть в записи. Курсы продлятся до мая. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.